Криворожане, здравствуйте. Когда играете в карты с шулером, всегда следите за его руками. И главное, не входите в азарт. Если вам кажется, что вы победили, это вовсе не означает, что это так на самом деле. Вам могут дать возможность выиграть пару партий. Это для того, чтобы вы расслабились и потеряли бдительность. И вот тогда с вами можно сделать все, что пожелает шулер. Вас разденут и разуют. Так и произошло с криворожанами полтора года назад. И так произошло с криворожскими шахтерами в наши дни. Это за гранью. Поехали. Какая главная проблема нашего города? Правильно, экология. Все об этом знают и даже далеко за пределами нашего города. А почему? А потому что профессиональный шулер всегда заходит с козырей. На той час, поки ми не вирішимо повністю екологічну проблему Кривого Рогу і цього в цілому регіону, запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі, мені здається, що я тоді... Я вважаю, що громада вас підтримує, нас да, підтримує ну... всі. Обычно за карточним столом сидить не один разводила, а несколько. Они играют вместе, чтобы легче было увести внимание в нужную сторону. И пока один заходит с козырей, другой начинает швырять тузами. Первое, и что мы собираемся прописать, это все стоят на этой позиции четко, это ежегодное полное обследование. Только вот Зеленский поставил, есть обследование, криворожа, вот смотрите. От статуса вы будете иметь доплату. Это будут доплаты, листы, любого рода доплаты. Это все в свою очередь. Владимир Зеленский, вот механизм, он расписан, реальный, каждый из нас его... Он говорит, что нужно месячное, квартальное и полугодовое, да, ну вот обследование. Но это обследование бесплатное такие. Надо доплаты людям для того, чтобы они могли. Это и дополнительные дни в отпуску обязательно, чтобы больше оздоравливать. Еще проблема у нас. Онкобольница, она же не имеет у нас диагностического оборудования. Но надо современную диагностику. Вот реально современную, чтобы мы могли. Все экологические подарки будут возвращаться в город. Это 100%. То есть они будут использоваться на местах. Вы увидели и услышали то, что хотели. Вы же хотели, чтобы эти ребята решили проблему экологии в Кривом Роге. Да и ребята вроде как неплохие. Не должны из рукава доставать. Да и черт с ним, вдруг реально повезет и выпадет флеш-рояль. Вот вы пошли за них голосовать в надежде на светлое будущее. Нет, так не работает тема. Работает тема наоборот. Шулер стал президентом, его сообщник – народным депутатом и заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам экологии. Казалось бы, все в их руках. Но прошло полтора года и ничего. Вот вообще ничего. Ни одно обещание не выполнено. А дело в том, что игра была изначально продана. Просто вы об этом не знали. Шулер слил партию «Слуга народа» компании «Мединвест». Теперь менеджер Мединвеста Дима Шевчик хочет у нас и мэром стать и завести других менеджеров Мединвеста в горсовет в составе партии Шулера. Но вернемся к экологии. Дело в том, что экологию в Кривом Роге загрязняет несколько промышленных гигантов. Ну так что, Мединвест будет сам себя наказывать за загрязнение воздуха? Зачем менеджерам этого предприятия Министерство экологии в Кривом Роге? А зачем Мединвесту проверки этого министерства? Они что ли ради этого отвалили кучу денег за франшизу на партию? Вот поэтому ни одно обещание и не было выполнено. Я вот стал соучастником. О чем не жалею? Вопрос не в вопросе, а в его цене. Правда, Владимир Александрович? Но криворожане такой народ, что быстро сдаваться не собирается. Поэтому на улицах города был организован сбор подписей с требованием к слугам народа выполнить свои обещания. Стоит сказать, что подписи в обращении к слугам народа подписали даже агитаторы слуг народа. Даже агитаторы слуг требуют от слуг выполнить свои обещания. Пожалуйста. Пожалуйста. И если Министерство экологии не едет в Кривой Рог, в Кривой Рог сам поедет в Министерство экологии. Всего было собрано больше 5000 подписей криворожан. На днях все подписные листы были переданы в Кабинет министров Украины. Лично, например, министра Шмигаля. Ну а вдруг, если уж не флеш-рояль, то хоть какой-нибудь фок-хаус выпадет. И хоть что-то из обещанного они выполнят. Ну а теперь к шахтерам. Наконец-то подземная забастовка горняков в Кривом Роге закончена. И вроде бы настал хэппи-энд. Мир и согласие. Людям пообещали повысить зарплаты и не преследовать.
А те, в свою очередь, пообещали подняться на поверхность и начать рабочий процесс в обычном режимі. 18 гірників шахти, Октябрьська, давайте під бурхливі оплески, таки виходять із забою. Першочергово вони виходять до своїх рідних та близьких. И вот тут прямо хочется ответить пару искренних комплиментов руководству КЖРК и менеджерам Метинвеста, которые пошли на встречу простым рабочим и смогли договориться. Все-таки шахтеры провели больше 40 дней под землей, ездили в Киев, добивались правды, да и требования у них были справедливые. Помните, какая главная задача у Шулера? Правильно, развести вас по технике, кинуть кость, а потом наказать за доверчивость. Шахтеры в Кривом Роге завершили забастовку, после чего предприятие подало на них в суд. Буквально сразу после выхода из шахты комбинат подал в суд на 417 шахтеров. То есть на большинство участников протеста. Это то, о чем я говорил. Рабочим дали почувствовать вкус победы, а потом показали все карты. По итогу шулера полностью в выигрыше. И забастовку закончили, и участников накажут. Чтоб другим неповадно было, сидите тихо и не поднимайте гриву. Кстати, судилище над рабочими пройдет 6 ноября. Это чтобы выборы прошли, чтобы сначала менеджеры Метинвеста, шахтеры и рабочие Кривого Рога привели к власти в городе, а потом их уже и наказали по суду. И куда потом идти жаловаться? К горосполкому? К менеджерам Метинвеста жаловаться на Метинвест? Удачи! Буду потом, знаете, как... Ну, не хочу. Запугивание и давление – это вообще нормальная тема для менеджмента Метинвеста. В прошлом выпуске я уже рассказывал, как на мэра нашего города хотят надавить перед выборами старым придуманным уголовным делом. Внимание! Дело придумал еще Юра Луценко, когда был генпрокурором при президенте Порошенко. В те шальные времена в Кривом Роге прошло более 500 проверок всеми силовыми и контролирующими органами страны. Более сотни обысков. Все с нулевым результатом. И даже генпрокурор Луценко закрыл дело из-за абсурдности. Даже у так называемого парохобота что-то появилось в голове и сработали стопы. Даже предыдущие не пошли полностью по беспределу. Но это не смущает нынешнего шулера и его подельников. Власть типа новая, а схема развода старая. В ход будет идти все, чтобы усадить в кресло мэра именно менеджера Метинвеста Диму Шевчика. А потом вы будете собирать деньги на лечение онкобольных и стоять с плакатами горсовета. Что-то там требовать по экологии. Вместе с бастующими шахтерами. Удачи! Знаете, что самое страшное для шулера? Это когда игрок, который играет, прекращает игру. Тогда с него уже ничего не получит ни сам шулер, ни его подельники. Меня тут спрашивали, почему я ничего не предлагаю. Вот вам мое предложение. А давайте 25 октября возьмем и перетасуем колоду. Если мы начнем играть все вместе, следить за руками, тогда мы точно сможем отыграться. Это было «За гранью». Хорошего вечера.